Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Я записываю видео по улучшению качества жизни. Поговорим сегодня о том, как исцелять душу, разум и тело. По сути, каждый человек является духовным существом, и у нас есть ум и тело для того, чтобы коммуницировать с физической вселенной, принимать какие-то решения. Также у нас есть ум, который действует на основе стимул-реакции, то есть это какая-то как заданная программка. То есть он выдает реакции на заранее, ну, скажем так, запланированные стимулы, да, то есть есть стимул, тут бах, выдается реакция. Это как, например, как, ну, скажем так, счетная машинка, да, то есть вам показали красную тряпочку, бах, и идет какой-то определенный ответ. Почему эти стимулы выдаются этим умом? Так как у нас есть определенные программки, и они действуют вот именно таким ответным образом, да, то есть там есть определенные записи, то есть, например, если в прошлом случае вы потеряли сознание, и кто-то вам, допустим, находящийся рядом, сказал там, что все кончено, да, и при этом вы чувствовали запах этого человека, слышали его голос, там, слышали шум проезжающей машины или там какие-то еще звуки, да, то потом в будущем при том, что, допустим, такие же обстоятельства похожие повторяются, вы слышите похожий шум или голос человека, да, то у вас появляются те же ощущения, которые были в этом случае. То есть это может быть страх, это может быть головная боль или ощущение, что все пропало, все кончено. Вот. И таких случаев у человека накапливается огромное количество. Да, то есть не обязательно, да, это должна быть полная бессознательность для того, чтобы что-то записать. Достаточно частичного притупления сознания. То есть когда вы недостаточно хорошо отдохнули, то любое воздействие, оказанное на вас, будет, ну, довольно серьезным, ощутимым. Вот. То есть, чем больше вы осознаны, тем меньше на вас могут оказать влияние. И чем меньше у вас осознанности, тем больше на вас могут оказать влияние. Вот такая вот вещь. Поэтому и всегда рекомендую высыпаться, да, то есть не употреблять алкоголь, лекарства, наркотики, потому что это очень мешает осознанности. И когда вы в таком бессознательном состоянии, то на вас очень легко воздействовать. То есть вы, ну, по сути, уязвимы, я бы так сказал. И в этом уязвленном состоянии то любой человек может оказать на вас воздействие. Не только человек, но и какие-то жизненные обстоятельства. Вот. И когда человек уже взвинченный такой, вышел из своего оптимального состояния, то, конечно же, дальнейшее воздействие на него может быть еще более серьезным. Поэтому здесь очень важно, что первое, это то, что я сказал, то есть быть в максимально осознанном состоянии, то есть не употреблять какие-то вещества, которые снижают осознанность. И второй момент – это удалять из ума те вещи, которые мешают человеку быть здесь и сейчас, которые уводят его в прошлое. Почему я говорю про исцеление души, тела и разума? Потому что это все взаимосвязано. Вот смотрите, я, например, начал с исцеления разума, да, то есть я начал очищать его, убрал оттуда многие негативные заряды, и потом постепенно понял, что очень важно, конечно же, это совмещать с очищением тела, да, то есть, и тут у меня процесс шел параллельно, да, то есть, я начал очищать тело, то есть, убирал оттуда все токсины, которые там накопились, то есть, это и лекарства, алкоголь, наркотики, радиация, все пестициды, гербициды на программе очищения, то есть, программа очищения, которая происходит в сауне, человек бегает, пьет витаминки, минералы, масла, потеет и выпотевает с потом вот все, что у него накопилось. То есть вот такая программа очищения, она проводится интенсивно в течение 2 недель, и человек за это время полностью очищает свое тело от всех токсинов. Вот. И, конечно же, духовное очищение, в чем оно заключается? В том, что мы находим вот эти случаи, там, где человек был в бессознательном состоянии или в частичной бессознательности, просто напуган в негативных эмоциях, и прочищаем это. Когда у него состояние улучшается, у него появляется больше жизненной энергии. То есть у него внимание переключается из прошлого в момент настоящего. То есть когда человек осознанно в настоящем времени может принимать решения и действовать, вот это как бы я и называю духовным освобождением. То есть когда мы убираем негативный заряд, и у человека наступает просто прояснение сознания. То есть ему больше не нужно беспокоиться о прошлом, настоящем или будущем. У него наступает состояние осознанности, когда он может принимать решения и действовать. Это, ну, по сути, как просветление, да, то есть человек приходит к пониманиям, к озарениям, у него приходит переосознание жизни. Вот, и таким образом можно справиться с заболеваниями, самое важное, да, потому что почему приходят заболевания в нашу жизнь? Это что-то, какой-то заряд пропущенный, который не был урегулирован в прошлом, потом он накапливается и, соответственно, состояние ухудшается. Об этом говорится даже в новогерманской медицине, это наука
современная медицина, которая, скажем так, совершенно отличается от той ортодоксальной медицины, которую нам прививают, что все у нас в генах, что это все микробы, вирусы, бактерии. Да, это безусловно важно, я не отрицаю это, но новая германская медицина по-другому несколько смотрит на это, что у всего есть психологические и духовные аспекты, предпосылки. И только лишь тогда, когда эти предпосылки уже осуществлены, сработали, вот тогда появляются микробы, вирусы, паразиты, начинается, ну, скажем так, преобразование на физическом уровне. То есть все начинается на самом деле на духовном уровне, с психики. И поэтому цель, какова цель? Это урегулировать уровень духа, уровень психики и произвести исцеление на физическом уровне. Вот. Поэтому мы это делаем, да, то есть необходимо сделать практику, по сути, и сделать эту практику своей ежедневной практикой. Когда вы это делаете, да, то есть вот я, например, провожу сессии ежедневно, то я очищаю пространство, очищаю сознание, и оно выправляется. Вот, выправляются те вещи, которые накапливаются в течение дня, да, и потом мы двигаемся еще глубже, глубже. Вот такие сессии я провожу онлайн. То есть онлайн мы можем в любой момент созвониться и пообщаться. Вот. И таким образом убрать то негативное состояние, которое у вас накопилось. И можно убрать любые психосоматические заболевания, расстройства психики, то есть панические атаки, страх, боль, бессознательность, да, то есть то, что касается аллергии, каких-то реакций тела, да, непредсказуемых, которые возникают у вас. Все это возможно. То есть самое важное – это ваше намерение, то есть намерение исцелиться. Если у вас есть намерение исцелиться, то вы можете обратиться ко мне, и мы сделаем бесплатную консультацию, где я расскажу подробнее о методе, и потом сделаем сессию исцеления, где я проведу вам процесс, который поможет вам в улучшении вашего состояния. Вот давайте сейчас сделаем небольшую практику, чтобы посмотреть, как это работает. Сядьте или лягте в удобном месте, закройте глаза и создайте пространство для сессии. Почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Ощутите, что находится в этом пространстве. И наполните его любовью. И потом посмотрите, есть ли в этом пространстве что-то, что влияет на вас. Может быть, это какие-то негативные мысли, ощущения, какое-то странное такое чувствование, да, которое мешает вам. Посмотрите, откуда оно проистекает, и дайте возможность этому проявиться. Вот. Когда это проявится, да, посмотрите случаи, в которых это ощущение возникало. И потом перепроживите эти случаи. То есть перепроживание – это как будто вы проходите это снова, смотрите этот фильм еще раз, с полными ощущениями и ощущаете все, что там происходит. Шаг за шагом проходите этот случай один раз, второй, третий. Ваша цель, чтобы наступило облегчение. То есть, когда вы рассматриваете это как есть, наступает принятие и облегчение. Вот если оно не наступает, значит, можно посмотреть более глубже. Бывает, прошли вы несколько раз случай, да, чувствуете, что там еще что-то есть глубже. Посмотрите глубже. То есть глубже – это значит более ранний подобный случай. И тоже пройдите его один, два, три раза, сколько необходимо. И так двигайтесь, пока вы не найдете самое раннее ощущение, вот когда, допустим, проявился у вас страх определенный, да. Вот. И так двигайтесь по этим ощущениям все глубже, пока вы не найдете этот случай. Потом проходите его снова и снова до полного исцеления. Когда вы почувствуете, что исцеление наступило, то вы можете завершить на этом и взять другое ощущение, например, ощущение там, которое у вас, ну, проявляется, может быть, какую-то другую эмоцию, эмоцию гнева или какое-то другое ощущение. Это может быть отношение к жизни. Все что угодно можно проработать такой методикой. Это может быть какое-то заболевание, да. Только единственное важно сформулировать вот то, как вы его чувствуете. Не просто там, не знаю, как медицинский термин, да, а именно по ощущениям, да, по боли какой-то, по тому, как вы это ощущаете. И вот тогда двигайтесь глубже, глубже и исцеляйте это. Вот, когда вы проработаете до конца, то вы можете закончить сессию и наполнить пространство любовью, поблагодарить, сказать благодарю, благодарю, благодарю. Жизнь благодарности – это очень важная вещь. И это еще один момент исцеления, когда вы благодарите Вселенную за все, что происходит. Это очень важный момент – благодарность. Вот, поэтому благодарите и живите в благодарности. Вот. Если это видео было вам полезным, друзья, то подпишитесь на мой канал, поставьте отметку «Нравится», поделитесь этим видео с вашими друзьями и включите колокольчик для напоминания. Вот. И, конечно же, буду рад вас видеть, друзья, все мои контакты под этим видео. Также две мои книги «Миры вечного познания» и «Полное исцеление». Буду рад, если вы будете их читать и писать ваши комментарии о том, как бы, как, что вы получаете
от этих видео, от моих книг. И, конечно же, если вам нужна помощь, если что-то хотелось бы прояснить, то пишите мне тоже в личные сообщения, сделаем бесплатную консультацию. Вот. На этом будем заканчивать. Сейчас у вас на экране появилось несколько видео. Это о том, как изменить судьбу и о том, как справиться с негативным зарядом. Посмотрите их, пожалуйста. Это как раз более подробнее о процессинге. Мой сайт и подписка на мой канал. Так что заходите на сайт, подписывайтесь. И я буду рад вас видеть, ваши комментарии, ваше общение. Вот, напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это проект Академии Счастья, который направлен на улучшение качества жизни. Я вам желаю всего доброго. Мы увидимся с вами скоро, совсем в следующем видео. До скорых встреч, друзья!